Здравствуйте, мои зрители, подписчики, друзья. Вот апрель месяц. Примерно уже прошло около 4 месяцев, как я делал первое видео про этот квартал, который уже зачищается, которого скоро не будет. Вот экскаваторами, видим, выбрали здесь такую площадку большую. То есть сколько здесь было домов? Ну, около 10 зданий здесь было. Вернее, руин этих зданий. Все это уже кануло в лету. Дома здесь уже разобрались, демонтировались по кирпичикам. Навезли вот эту кучу, гору щебня или отсева какого-то, зачем, не знаю. Вот. Вот дома, которые разбираются по кирпичикам. Вот в этом здании я был, снимал свою вторую или третью серию. Вот он уже, видите, как уже продемонтировано. Уже разбирают гаражик вот на белый кирпич. У этого здания интересная такая конструкция опалубки межэтажной между первым и вторым этажом. Смотрим, такое расстояние, да, около полуметра. Вот так вот строили раньше, в царское время строили здания: дерево и кирпич, никакого железобетона, чего похожего. Да. Золотая. Квадратные метры стоят миллион. Но еще чуть-чуть, и этого всего здесь не будет. Останется только на моем видео. Потому что кроме меня здесь никто не ходил. Ходить не будет.